Дорогие друзья, мы находимся в ресторане «Калаки». Он расположен на проспекте Костава. Вот сейчас мы устроили такую фото и видеосессию. Это один из лучших ресторанов города, хотя у нас в Тбилиси очень много прекрасных ресторанов, но это такой изысканный, торжественный, очень приятный ресторан. «Калаки» — это означает «город». И вот здесь воссозданы вот такие картинки старого города с балкончиками. Здесь у нас европейская часть города, есть и такая здесь старинная часть города. Сейчас я вам покажу. Вот там вот уже простой балкончик. Внизу вот такой вот. Вот. Вот такая вот здесь вот красота. Ресторан начинает работу в 17 часов. Мы пришли сюда в гости чуть раньше начала рабочего дня или же вечера этого ресторана. Здесь обычно все гости сюда приходят по заранее забронированным номерам. Здесь такая торжественная, изысканная атмосфера. Вечером здесь играют музыканты, бенд. Обычно здесь такая насыщенная культурная программа. Все очень красиво, очень торжественно. Вы сами в этом можете убедиться. Теперь, что касается меню, здесь и грузинская кухня, и европейская кухня, и блюда авторские, над которыми работают местные повара. Владельцы этого ресторана очень интересные люди с большим вкусом, которые развивают свою линию в ресторанном бизнесе. И еще в Тбилиси есть ресторан Georgian Yard, да, грузинский двор, где тоже вот представлены блюда этой линии. Так что вот находимся мы в этом Georgian House ресторан. Он расположен на набережной недалеко от Муштаида. А вот этот ресторан расположен прямо на улице Постава, чуть ниже филармонии, на противоположной стороне по дороге к площади Героев. Так что, если вы хотите устроить себе незабываемый вечер, очень торжественный и изысканный, то можно забронировать себе здесь столик и провести очень достойно и интересно вечер. Так что спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.